Здравствуйте, дорогие друзья! Я сегодня пришел в Центр адаптивной физкультуры, физика, здоровья. Знакомьтесь, это мой реабилитолог Анатолий Владимирович. Значит, Анатолий Владимирович нам сегодня расскажет и покажет про платформу PowerPlate. Но я пришел с таким несколько уникальным запросом. У меня сейчас идет, ну, такое начало ГЗТ, немножко пошаливает дегидротестостерон. Я его как бы, ну, снизил, а ПСА не хочет совсем падать. И, в принципе, возраст такой уже далеко не юный. Поэтому я пришел к Анатолию, на самом деле, с целью не только вот, ну, стабилизации, да, получить на приступ. У меня необычная очень просьба. Я хочу, чтобы мы задействовали, соответственно, максимально органы малого таза, ну, нижней конечности, там, в частности, чтобы включились на PowerPlate, потому что я хочу получить максимальную стимуляцию вибрации. Я считаю, что это можно гораздо эффективнее, соответственно, провести таким образом профилактику предстательной железы, чтобы, соответственно, не лысый мужик у меня в ней ковырялся, а, соответственно, тренажер PowerPlate заменил лысого мужика в моей простате. Вот. И чтобы мне не ходить, соответственно, по всем этим неприятным процедурам. Вот. Так что сейчас будем заниматься профилактикой простатита, в том числе, кто не подписался, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, а Анатолий за кадром расскажет вам, чем же еще полезен PowerPlate. Сейчас расскажу, что такое PowerPlate. PowerPlate – это тренажер, создающий нестабильную опору, которая колеблется с разной интенсивностью. Это выводит тело из равновесия и заставляет работать не только основные группы мышц, но и стабилизаторы. Ставим максимально на PowerPlate, ножки прямые, да, растягиваем максимально, докуда у нас позволяет приводящая группа. Я включаю PowerPlate, он начинает вибрировать. Ты либо делаешь статично, да, это, либо, если тяжело, можно покачиваться. 20-минутная тренировка на PowerPlate может заменить полуторачасовую тренировку в зале. Вот такое действие происходит. На PowerPlate можно выполнить множество стандартных упражнений, эффективность которых повысится за счет использования тренажера. Во время вибрации мышечные волокна работают активнее. Ага. Таким образом мы подтянем переднюю поверхность бедра, становимся коленом на аппарат, вторую ножку вперед, пытаемся коленом обогнать носок. Вот, тем самым очень хорошо можно прочувствовать, как это тянет. Задняя нога тянется, не спереди, тянется задняя нога, да. Угу. Также тренажер способствует уменьшению лишнего веса. Он позволяет увеличить лимфоток, улучшить метаболизм и, как следствие, уменьшить процент телесного жира. Но не стоит забывать и о правильно сбалансированном питании. Только комплексное воздействие приводит к прогрессу. Герцовка 30 герц, здесь вот написано, 30 секунд. Угу. Говорит о том, что за 30 секунд совершается 30 сокращений в секунду. Угу. Мышечных рефлекторных сокращений. Если посчитать, получится за 30 секунд 900 раз сокращается мышца. Круто. Минимально, да, такие подергивания рефлекторные. Угу. Вот. Кажется, что как будто аппарат тебя расслабляет, а ты пытаешься напрягаться. То есть вот какое-то такое воздействие оказывает. Я прям чувствую релакс такой. Да, прям... то есть ты такой стоишь, и он тебя так потряхивает, что тебе просто хочется расслабиться постоянно. Угу. Но ты заставляешь мозгом себя удержать. И плюс такая нейромышечная связь тоже улучшается. Лучше контроль становится. Вот, плюсов много. Вот. О них рассказывать и рассказывать еще. Мы продолжим, да. Тренажер поможет увеличить выносливость и гибкость. Вибрации PowerPlate разноправлены. Движения идут как из стороны в сторону, так и вперед-назад. За счет дестабилизации тела мышечные волокна рефлекторно начинают взаимодействовать. Это способствует развитию баланса, подвижности и стабильности, силы и двигательного контроля. Важно отметить, что происходит это в более короткие сроки, чем при обычных тренировках. С ним нас ждет легкое восстановление. Известный факт, что процесс восстановления – важнейшая часть занятия спортом. От нее во многом зависит результат. Лимфодренажный массаж на пластине PowerPlate стимулирует лимфатическую систему, уменьшает болевые ощущения, способствует более быстрому восстановлению тканей. Всего пара минут в день позволит восстановиться быстрее и без дискомфорта для организма. Опускаемся. Как раз. Очень хорошее упражнение для малого таза. Простата будет рада. Mm-hmm. Тренировки на PowerPlate состоят из трех частей. Первая часть – это растяжка. Вторая часть – силовая нагрузка. Третья часть – релакс. Уже это, да, я уже это почти начал. Суки, суки, дай, суки. Суки, суки, дай, суки. Помнишь, что сказали про гиперплазию? Ну, интересно. Заметка про PowerLifting, конечно.
Ну, я имею в виду то, что это действительно не травмировался с такой... Ага. Потому что мышечный корсет держишь. Я прям вот, ну, ты знаешь, у меня всегда были очень большие заморочки на технику. То есть я просил 200 на соревнованиях с вертикальной стороной. Конечно, если бы я делал как все лифтеры на гор, как вот этот сейчас модный стал последний. Честно, да. Облокотившись. Мне кажется, я бы килограмм 160 понял. Ну, то есть они прям вот делают наклон, прям вот башкой вперед, там поясницей ноги тащат. Но мне страшно. Ну, я-то встану, встать как бы это можно. Ну, как бы надо потом еще не слечь. Угу. Вот. На этапе работы на пауэрплейте рекомендуется тренироваться не чаще, чем 2 раза в неделю первые 2 недели. Постепенно, с прогрессом в тренировках, будет увеличиваться частота вибрации, также и время. Все это будет зависеть от физического состояния человека. Пауэрплейт – тренажер премиум класса нового поколения, высокоэффективный, универсальный и безопасный инструмент для комплексной тренировки всех систем организма. В основе тренировок – технология равноускоренного тренинга. Платформа тренажера PowerPlate, проецируя трехмерное пространство, совершает физиологически оптимальные колебания в меняющемся диапазоне частот от 25 до 50 раз в секунду, вызывая так называемый тонический сократительный рефлекс мышц. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки и пишите комментарии. Цемах Анатолий Владимирович всегда ждет вас в сети центров адаптивной физкультуры и реабилитации «Физика здоровья».